Друзья, всем здрасте. Перед тем, как мы приступим к интервью, для тех, кто пропустил прошлое интервью, оно было совсем недавно, на прошлом чемпионате России, рекомендую к просмотру для того, чтобы, так сказать, ввести в курс дела. Потому что Милки Ко у нас персона колоритная. Можно тебя так назвать, что ты колоритен? Да, можно. Иногда. Хорошо. Мы на чемпионате России, ты был в финале, не ожидал там оказаться, насколько я понимаю, по понятным причинам, и не успел потренироваться. Ты вообще в StarCraft во второй, насколько интенсивно последний месяц играл? Ну, последний месяц, вот как раз-таки перед чемпионатом России я решил там потренироваться, там почувствовать силу, в итоге наоборот перегорел. И вот Ваня 3-1 проиграл, но это мне никак не помешало здесь оказаться, к сожалению или к счастью, не знаю. А, ну, к счастью, конечно, всегда приятно поиграть на турнире. Еще деньги за это получить. А сколько за второе место? 100 000, вроде бы. За первое 250. А вот не было давления, особенно на пятой карте из серии, типа, блин, сейчас одна карта за 150 у меня-ка? Ой, я вообще об этом не думал. Я думал, что сыграть. Ничего, придумал? Придумал, ничего не получилось. Ну, об играх расскажи коротко, ну, если хочешь там по картам пробежаться. Аналитика, так сказать. Потому что я с Глайдом комментировал, ничего не понял. Ага, ну, понятно. Первая карта у нас Бабилон была. Я решил Янгекова удивить. Сыграл 2 барака Рипера. С мейна, с натурала, вернее. Отдал одного. Ну, там неудобно, на самом деле, играть на этих компах. Ты, ну, да. Короче, я не знаю, такая тема, то, что я куда ни приду, все компы плохо работают. Вообще, все компы. Только мой дома иногда хорошо работает. Вот он работал хорошо. Работал. Потом он решил начать выключаться. Потом я установил свежий Windows. Какой? 10. И, короче, он уже не работал так, как раньше. И, короче, у меня мышка как будто уже не моя мышка. И клавиатура не моя клавиатура. Ну, в общем, как-то так. И я, в общем, расстроился, забил. Все поставил. 1000 раз все поставил. Вот. И в итоге он... Некоторые будто хорошо работают, но некоторые плохо. И вот. Ты чистил компьютер, может быть, там это самое, пыль на кулере или там термопасту сменить? Он не греется, поэтому термопасту я не менял. А пыль. Не знаю. Ну, в общем, комп у меня не работает как надо, и мне не в кайф играть, поэтому особо. А иногда вот иногда он работает как надо, и мне прям в кайф играть. Я сижу и жму ладер. Вот. Но это не всегда так происходит. Может, это зависит все-таки от температуры? Зимой хорошо работает, а весной и летом плохо? Нет, нет, это вот просто раз в 10 запусков он хорошо работает. Ну, надеюсь, эксперты в чатике, может, что-то подскажут. И, там, да, диагностировать. Они не такие тяжелые случаи разбирали дистанционно. Окей, а расскажи про травмы, полученные тобой совсем недавно. Просто вам не видно, но у него на щеке такая царапина. Не видно? Не видно. Показать можно? Ну, я с велика упал. Состоящего, да? Ну, он поворачивался. Ага. Я его поворачивал, у меня нога застряла в велике, и я как-то упал. А ты давно катаешься? Да, давно катаюсь. Больше, чем в StarCraft играю, наверное. А, ну, может быть, меньше. А, кстати, тебе же 20, да, получается, StarCraft 13. Во сколько лет ты начал играть и сколько ты лет играешь? О, ну я играл в компанию, ага. Пиратку. Я не мог попросить, там месячная подписка, это вообще. Да. Вот мы жили как раз в Уфе. Вот тут за... Да, 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 да. Серьезно? Да, до 10 лет, вот в 2013 мы переехали в Москву, И там ходс вышел, его можно было купить за 1000 рублей. И с тех пор я начал играть. То есть получается, ладер я играю вот 10 лет ровно. 10 лет. Да, много. Половину, ну, большую часть сознательной жизни получается. Да, большую часть сознательной жизни. Хорошо, но последний год, насколько я понимаю, ну, по твоим разговорам, ты особо не катаешь, старик. Да. Почему? Говорю, комп сломался. И не в кайф уже играть в StarCraft. Что в кайф, что ты делаешь? О,
страдаю от безделья. А как родители на это смотрят? Плохо, конечно. Плохо. Говорят, иди на тестировщика учись работать. Угу. Родители звонят как раз. Нет, не звонят. Просто карман поправили. Окей, ну ты школу закончил же, да? Куда-то поступил, не поступил? Я просто не в курсе, честно. Да, я поступил по целевому в НИУШЭ. Но, короче, так, я вяленько учусь, но вяленько. Сейчас надо приезжать, кучу всего делать, там разэтывать. О, ад, личный ад. Ну, жизнь тяжелая, как бы, нет, может быть и нет, но сложности, с которыми ты сталкиваешься, они, все с ними сталкиваются. Да, но какие-то, я не знаю, StarCraft сложно играть, да. Но StarCraft кайфово играть, а учиться вот как-то... Не кайфово. Mm-hmm. Это не то немножко, я не знаю. Ну, ты можешь выбрать что-то интереснее в плане учебы. Ну, вот как раз вот курс, и вперед, через 3 месяца ты уже почти айтишник. О, боже. Ну да. Ну, хорошо, что интересного? Что тебе нравится? StarCraft. Ты сказал, что он уже тебе не так нравится. Потому что у меня комп лагает. Так бы я в него играл. То есть ты настолько ленивый, что не хочешь решить проблему с компом диагностировать? Я уже замучился просто. Я уже год это пытаюсь решить. Оно не... Я причем, как я могу ее решить? Я прихожу в любой компьютерный клуб, и здесь вообще без разницы. Везде компы одинаково работают. Это что, какая-то версия Windows не та или что? Ты же переустанавливал Windows. Да, свежий Windows плохо работает. Ну, даже с драйверами. Ребята, ну очень важно спасти молодого киберспортсмена. Он очень любит играть в StarCraft, но не может разобраться с компом. Да, все так. Хорошо. Планы на будущее. Я понимаю, что это вообще нет у тебя никаких планов. Да, надо жить сегодняшним днем. Ну и смотреть будущее, я не знаю, что там в будущем. Наверное, темнота. Подожди, ну, там много всего интересного. Просто это связано с игрушками компьютерными, со StarCraft в частности. Как ты себе представляешь? О, на самом деле я хотел бы делать что-то, знаете, что не связано с компьютером. Я так устал сидеть дома. Хочется что-то живое более. Но я еще не придумал, что... Когда ты учился в школе, какие предметы тебе были интересны? Я делал вид, что мне интересна математика. Тебе оставили 5 за это? Нет. Я не ходил на нее. Не, ну 10-11 класс мы просто сбегали с уроков. И я думал, что нахрена мне в школу ходить, да, действительно. Я лучше буду прогуливать, но вместо того, чтобы делать что-то, даже в StarCraft играть, я ничего не делал. Ну, там, знаете, вот это вот. Ну, вот это, то даже в минус уходил, короче, по деятельности. Короче, непродуктивные у меня 10-11 класс были. Я решил, я вообще, короче, ну, больной человек. Это на самом деле нормально, просто надо что-то придумать, в конце концов. Не, можно, конечно, и так докуда-то дожить. Ну, а смысл? Бессмысленно. Все. Ладно, что тебе доставляет удовольствие? Ну, велик, да? Общение, может, какое-то. О. Фильмы, аниме. Аниме не особо. Фильмы, да. Иногда. Велик. Да, это хорошо. Мне нравится педали, музыка. Музыка нравится. Педали крутить мне нравится. Мне нравится вообще двигаться. Я вот спустя много лет сидения за компом понял, что мне нравится двигаться. Вот. Надо как-то вот физически развиваться. Ну и остальное. Ну, короче, чем-то заняться надо. Конечно, можно StarCraft продолжить играть, но это только если комп починится. Может выбрать другую игрушку? Так они все лагают так. Типа даже в Доте мышка лагает. Да и Дота мне не нравится, она 5-5. Ну, вернее, зачем мне играть в Доту, если я в StarCraft уже играю?
если у меня уже уровень какой-то есть. Ну, если ты не кайфуешь уже от игры, то смысл продолжить? Говорю, что из-за компа только. Так-то мне нравится, то есть просто чем-то заняться, то есть это как бы вот это вот... Ты играешь и становишься лучше, там вот эта вот игра вот этого преодоления доставляет удовольствие. Просто, да, делать, чтобы делать. Но вот надо что-то придумать, кроме StarCraft'а. Но я еще не придумал. Ну, я вижу, что находишься в процессе. В процессе. Ну, в таком вялом, наверное, я не экспериментирую особо. Не смелый человек я. Да, боюсь много всего. Хорошо, ну, надеюсь, все наладится. Ты будешь двигаться, ты уже двигаешься. И определишь направление этого самого движения. Потому что, ну, и с компом поможем. Пацаны, в комментариях пишите. Диагностику быстренько скажи, какие симптомы, точнее, симптомы. Вялая мышка, что? Короче, как сказать... Микрозадержка какая-то есть. А, вот именно FPS-а много, а вот иногда прям действия скипаются. То есть я много, ну, в StarCraft много кнопок нажимаешь, и вот оно как-то вот, ну, как это, горлышко образуется, бутылочное, bottleneck. И некоторые действия просто не засчитываются. И, в общем-то... Да это не в мышке, клавиатуре дело. Я, потому что разные буты... Ты же в клубы приходишь и... Да, да. То есть дело в компе. Дело в Windows скорее. Я потому что свежий Windows устанавливаю, он плохо работает. А вот братовский, я его склонировал, он вот иногда вот некоторые буты хорошо работают. А тот Windows, я уже не помню, какой у меня был, к сожалению. Это уже было, в общем, да, давно. Ну хорошо, спасибо про это самое. Уважаемые эксперты, пишите в комментариях, что думаете, что посоветовать. Может быть, там что-то с памятью, черт его знает. Может, мама, может, кто-то сталкивался. Еще, короче, мышка просто как будто вот не 800 dpi. Она как будто... Да, и вязкая, одно... такая вязкая, да? Да, вязкая, она действует... Вот она вот может быстро пролететь, а может медленно, короче, как-то нестабильно. Да. Вот. Давайте спасать. В общем, помогите, да, пожалуйста. Спасаем киберспортсмена, потому что он уже в год непонятно чем занимается. Вот, так бы, возможно, чемпионом был сегодня. 100%. Ну и напоследок скажи что-нибудь товарищам в где-нибудь, каким-нибудь, если хочешь, конечно. Всем привет. Чё? Всем привет, кто смотрит StarCraft до сих пор. И на Good Game, и не на Good Game. Хотя я смотрю на Good Game... Только тебя смотрят, как такое чувство, потому что Майкер топ-стример единственный. Не-не, там Деграбес еще Мэдисон, и то-то. Деграбес с Ютуба такой довольно крупный. У него там 700-800 по вечерам регулярно. А Мэдисон, он что? Мэдисон под галочкой, но сейчас будет без галочки еще часть трансляции проводить. Еще мы с марафон с ВЛГ бежим, и с Мэдисоном в Диабло 4. Мэдисон под галочкой, поэтому его не видно, да? Еще Плеб, то-то. А чем галочка? Потому что там танцуют, анимешку смотрят, и такой контент не играет. А на Трова можно без галочки? Ну, блин, на Трова китайцы. Трова китайцы? Китайцы, Трова. Китай мы не любим, да? Не, Китай мы любим, но у них офис в Америке. Да. Их могут заблочить. А, ну VPN. VPN? Ну, тогда у тебя могут трансляции лагать, если ты ставишь VPN. А я недавно играл в StarCraft с VPN-ом. Нидерландский сервер. И я даже не заметил, что я с VPN-ом играю. Вот так вот. Поэтому все, можно на Трово переходить, гайз. Да-да, переходим на Трово. Окей, все, спасибо тебе большое. Успехов, определяйся. Да, буду. Через год встретимся просто. Да, через год будет чемп РФ? Ну, мы-то будем, я не знаю, ты проходи тоже. А, нет, StarCraft 2 будет? Может быть, Warcraft 3 будет, но у тебя будет. Я тебе скажу, если что, если будет Варик. Я, да, если что, на Warcraft 3 пройду. Игра-то хорошая. Да, непростая. Непростая, наверное. Я не поняла, когда вас... Вы как эти дедушки, которые вот у меня... Ладно. Ладно, давайте я скажу. Говори, говори. У меня дедушка тоже так же по телефону говорит. И он потом пока-пока, ну все, пока-пока. Они вот не могут, они так любят друг друга. Еще дети так же делают. Они тоже так... Я не знаю. Я, да, ворчливый такой, наверное. Ну, нажимай на кнопку, нажимай.